Пиздец. Херня. Широчи! Напульсники! О, Супермен! Очень жестко убил себе Галик. Всем привет, это УПГ Трэмпс. С вами Арсюха, Тамирка и Женька. Мы сегодня будем смотреть видосы, которые вы нам предлагали. Запасайтесь чаечком, печеньками. Погнали смотреть. Прислал видос Коструп Алексей, шоурил 2011 года. Да. У нас тут такое распределение ролей. Плохой полицейский, Женя, который будет всех дрочить, потому что он обожает критиковать, да. Конкретно. Хороший полицейский, это я. Я все люблю, мне все нравится. Он и тупой полицейский, потому что это Тамир. Все, погнали. О, глазок, модно. В то время было. Сейчас модно в Инстаграме рамки ставить. Вау. Человек, какая-то эпилепсия дикая. Глаза! Так сейчас же все это используют. Иркутск, 2011 год. О, в Иркутске кто-то прыгал в 2011 году. Просто от Иркутска обычно ни хрена не слышно и не видно. Вот сейчас Алексей Беляков прыгает. Я так в 2011 не умел точно. Но на то время это было вообще бомба, по-моему. Знаешь? Да, мощник. О! Нормально. Ну, движняк есть, акробатика есть. Нихуя. Чё-то там дофига лететь. О! О, это вот его любимый трюк. Был когда-то, когда он умел это. А сейчас он не умеет, да? О, котлип. И паркур есть, все есть. Что у меня плохо получается быть плохим полицейским. Да нормальный видос. Не, нормально вообще. Блин, респект, пацану. Еще пока что. Мы в 2011 году очень херово прыгали. Ну, может, он еще прыгал. А вот я, ну, можно сказать, только начинал. Был кольцом. Бля, ну вот этот сломал, это пиздец. Херня, да. Не, стоп, у него какая-то камера хорошая, да? У него, ну, бывает... Так-то да, знаешь, на 11-й год. Но это хэндикам, походу, какой-то. Да, да. Чувак, напиши нам, что это за камера. Ну, бывает, ребята. Очень резкие кадры бывают. Ну, по качеству имеется в виду. Ну, прикинь, без глазка, как она кайфово снимает. Угу. Ну, там были некоторые кадры. Ну, вот, да. Не, мне кажется, это зеркалка. Или Canon, зеркалка. Canon какой-нибудь 500D или 550. Похоже. О, Тим Шиф. Обожаю Тим Шифа. Правда, вообще херней какой-то занимается. Ну, не будем судить людей. А что мы сейчас делаем? А, точно. Так, ладно. Блин, помню, вот эта вот штука была очень модной, типа приземляться и как собачка бежать, да, короче, да. На четырех лапах. Сейчас видос досмотрим и всем ответим, пацаны. Asics. Как будто рекламная. Интеграция в 2011 году. Сорванная ладонь. Ты бог Ютуба. Ой, хер. Ну, нихуя манкос так-то вообще. Ну, мы, блядь, секунду такой манкос сейчас прыгали. Ну, да. О, стилёк. Вот смотри, опять качество. Хорошее качество. Сейчас другое. Вот это точно хэндикам, по-моему. Ну, здесь цветкор прикольный был. Сейчас уже нет. Он под каждый удар делает вспышку. Я... Стробоскопа. Блин, я ну запарился. Я в 2011 году снимал на телефон. Вы знаете из предыдущих. Вы видели, нет? Он сделал три шага задку. Четыре или пять даже. Ну это классика, на карьере прыгать. Первая часть видосов была движуха, сейчас акробатика. Ну да, да, да. А, точно. Я помню, тоже так движуха. Ну знаешь, вот это тоже так-то движуха. Напульсники, ура! Это по-любому это штаны из шейд-шопа. Да-да. Ну, офига, место прикольное. Да это все в Иркутске, да? Да-да-да. Блин, почему у нас такие места? Так, собираемся, едем в Иркутск. Сейчас в Иркутске кто-нибудь ПК прыгает. Скажите, пацаны, если вы есть вообще. Ну, двушек нет, но он чисто по технике. Вот. Нет, вот техника ничего, да. Техника хорошая. Или конец затянутый, скучно стал. Да-да-да. Ваа, Тим Шиф, уважуха вообще. Или там... Блин, ну вот такие кадры, ну что-то как-то... Слоумошка такая еще кривая. Ага.
и в самый ненужный момент. Вот почему-то раньше популярно это было. Ну, типа, ты приземляешься, то есть движуха вся прошла, ты такой ничего не понял, что на экране произошло. И слоумоха в тот момент, когда чувак медленно с кривым лицом поднимается. Это ладно. Раньше еще была такая штука, когда, наоборот, элемент делался и накидывали огромную кучу футажей, и там ни хрена понятно не было, и типа... В чем суть вообще? Это он про себя сейчас. Нет, я на прыжках футажи не накидывал, наоборот, только после. Привет всем, Питер на связи. О, Игорёшка. Горёха. Я не голодный. Лена, я не голодный, все хорошо. Короче, советуйте видосы, кто там в паркур теме, что посмотреть нам. И это будет в выпуске, в следующем прям смотрит. Вот, мы сейчас параллельно снимаем, вон там камера стоит. Параллельно смотрим. Это будет постоянно так теперь такая хуйня. Тут Женя есть. Его не видно просто. Это не просто футбол. Один мы посмотрели. Сторонний видос. Теперь будет наш видос. Нам зачем-то сказали посмотреть наш же видос. Мы его 100 раз видели. Ну давай, может, освежим память. Я не знаю, я, наверное, 1.5 года его не смотрел. Я точно знаю, что там сейчас будет. Ресэмпл. Потому что он где-то до года 2015 не знал, как в Sony Vegas убрать ресэмплы. И только я его научил. Хотя я монтирую в премьере. Так, предыстория? Давай. Короче. Посмотрите, как девчонки прыгают. Посмотрите, как девчонки прыгают? Ладно. На чем? Так, все тихо. Отвлеклись от телефона. Я пришел из армии. И в то время были популярные видосы, когда ты целое лето снимаешь все, короче, и потом монтируешь один большой из всего, что там происходит вообще за все это лето. Я не знаю почему, на самом деле мне всегда скучно было чужие видосы такие смотреть, но мне хотелось тоже сделать, типа я в тренде, йоу, я тоже могу большой видос монтировать. И еще, по-моему, это тот год, когда мы, ну, близко начали общаться. Да-да-да, когда мы все познакомились так прям плотно, да-да-да. Короче. В общем, сейчас вы все увидите. Какая музычка. Шкатулка. Какая шкатулка открывается такая. Да-да-да. История. Надо было замонтировать по-другому. Да-да-да. 14-й год. Сейчас у него песок высыпется из штанов. Шкатулка. Пиздец, прыгает дома на линолеум. О, хам, здорово. Как в Корее. Это Женя. Женя молодой. Жень Баранов. Иркутск на связи. Тёзки. Чита. Сорян. О, ты в ту ночь сломал, ой, не сломал, а что-то с локтем все сделал. Ну. О, Зебран прыгает, офигеть. Чтобы вы понимали, это динозавр паркура уже в нашего лагеря. Респект, Зебран, нахуй. Блин, как скучно. Знаю, мне интересно. Да? Мне тоже. Вот сейчас будет интересно. Стилевые треки. Я не знаю, вообще кто-нибудь ставил такие треки? Ну, типа... В то время. Ну, мне, кажется, помню. Нет. И вообще все время у нас просят треки. Такое ощущение, что... Люди музыку сами не слушают, вообще не ищут. Кайфовый дроп, вообще под него... Широчи! О, Супермен! Тогда толпой прыгали. Ну да, мясное время было такое. Прям мощные видосики выходили. Казалось, да, по ощущениям. Да, да. Вот этот дроп просто до мурашек. Это вот... Я так... Акродрочером. Мне вот этот нравится. И вот это мясо прям. Вообще по одному вкусу. Еще ресэмплы вообще как эффекты отдельные. Я вообще обожаю это. Это стиль такой, ребята. Да. Зацеп. Что-то с цветкором я намудрил. Вообще жестко. Он темно снял же, походу, еще. Это, походу, там с балансом белого что-то было. О, это я. Тамир, это я. Белль, это для тебя. Еще тогда. И здесь дроп. Ну да, я... Вот этот кадр мне нравится. Как раз таки замедление, когда кто-то падает. Да. Миша, зверь. Я помню, что вот здесь много реально лететь. Там очень много. Я думал, то, что ты не будешь прыгать, ты шутил. А ты в итоге реально прыгнул. И вот эту штуку тоже. Сейчас ты развалился, походу. Да.
Сколько мы провели времени на Байкале тогда? 3 дня, по-моему. 3 дня. А я все стою, не знаю, что сделать. О-о-о! Сейчас будет жестко. Вот это вообще дичь мяса просто. Я помню, когда я это увидел. У нас в Лан-Удэ, понимаете, никто Цукахару вообще никогда не делал. И он приехал с армии. Сделал Цукахару с какого-то бобика на Байкале. Я такой, офигеть, это очень круто. А я еще... никогда в жизни больше это не повторял. Я вообще нигде больше сделать ее не могу. Еще суть в том, что вот, когда они на Байкал поехали, я очень жестко убил себе галик. Его-то не было. И просто капец. Это было грустно. У меня такая нога была огромная. Вот, сейчас будут приколюхи. А, да-да-да. Трэмсовские приколюхи. Сейчас начнется гейство. Вечные танцы от меня. Вечное гейство сейчас начнется. Вечное гейство, гейство, но... да. Надо громче. Вот и они. Вот. Сука. Ай, идиот. Блин. Просто камеру не выключали, да? Почему меня там не было? Но стыдно мне вообще. Такой испанский стыд. Это была очень смешная история. Короче, Миша вот в этот день пришел тренить уже с огромным желанием сходить в туалет по-большому. Я ему, короче, не давал и ходил за ним с камеры, чтобы снять это. Он так и не сходил в туалет. Ебать, Пересвет. Арсюха любит Пересвет. Нам нельзя всем вместе на Байкал ездить. Блин, тогда сколько нас человек было? Человек 8, 9. Я не знаю, 8, много, 9. Там еще мои одноклассники приехали. Расскажись. Это просто великий мем, который запомнился нам навсегда. И мы теперь всегда так говорим. Постоянно. Это 2015 год, сейчас 2019. 4 года мы как дебилы все друг другу говорим: расскажись. Да, он же просто. Достойные представители трейсерского пола. Что, бля? Что я нахуй несу вообще? Пиздец, мне стыдно, ёбаный рот. Все, выключай тут сейчас титры, пойдут, я плакать начну нахуй. Блин, это такой офигенный момент. Это самый крутой момент. Я вообще в натуре чуть ли не плакал. Сейчас все вина будут. Самый лучший кадр, который мы сняли за этот год. Охуенно вообще. Че, вот этот давай. Двинс клан, уэ, лепард. Так. Нам тут посоветовали видосик посмотреть, очень-очень-очень старый. Жесткий. От Олега Варслава. Двинс клан ли паркур. Перезалили его в 2012-м, но тут разрешение квадратика. Я не знаю, насколько хорошо мы это посмотрим. Play. 7.00 химия. Треки пиздец. Бригада. У меня был видос на телефоне. Просто я не знал, что это Варслав. Я не знал, что это Варслав. Вот это классика. Его просто учителя замучили. Вот это классика. Опа! Вот с этого я и херебал просто. Да я так до сих пор не сделаю. Ну это понял. Это реверс? Это стоп-моушен. Натуре стоп-моушен. Вот это техники съемки. Бля, мне что-то голову больно смотреть. Еще и звук дает. И что, тебе все в обратную сторону? Ага. Ну смотри, это же круто. А еще прям спать захотелось. А, вот да, сейчас начнется. Погнали. Французский рэп. Французский рэп. 13-й район. Бля, ну это жестко в натуре. Это до сих пор жестко, бля. Кэш.
Ой, я вчера так же залазил. Вот это капец. Раньше модно было, сейчас никто не делает, потому что... Слава богу. Видимо, у всех колени слабее. Вот это жестко, я помню. Вот это вообще... Это до сих пор жестко, блядь. Там же бетонки еще рядом. Смотри, жесткий видос. Ну вот кроме этого. У меня есть, короче, ощущение, что вот в те года, ну и чуть позже, все старались так лететь с гаража на гараж или с дома на дом, чтобы, короче, вот у любого делаешь стоп-кадр, и одна и та же картинка, короче, получалась. Все как-то почему-то всегда одинаково. Вот надо руки расщеперить, там, ножки поджать. Да-да-да, как на картиночке, короче. Меня всегда это бесило. Я не мог понять, почему все одинаково вот эту херню делают. А, точно, за ним ждет собака будет бегать, он типа от нее убегать будет. Да-да-да. Через забор что-то там. Во-во. О, тачка. Каскадеры, каскадеры. Вот это прикольно, прям. Вот это жестко, я прям помню. Я такой, да, этот кадр очень крутой. Он, по-моему, все время в бесты какие-то попадал. Да. Вот это жестко. Вот это жесть. Бам! От первого лица. Воу! Видос. Примерно 2007 год. Этот трек, я помню, популярен был вообще у всех трейсеров. Сейчас будет такой... Да-да-да-да. Тоже в бестах часто было. Да-да-да. Охуенно. Не верните мне мой 2007. Ну, блин, и... Слушай, даже и кадры проставлены моментами очень круто. Не, ну ты прикинь, это пятый этаж, нахуй. Они на козырек балкона прыгнули. Это пиздец. Тогда никто же такого же не снимал подобного. Ну, да так. Тут даже текст печатается по стилю. На машину. Какая-то концовка. У нее там драма будет. Нифига вообще. Это целое кино. Блядь. Он телефон выбросил, сейчас будет кадр медленно. Вот это драма! Я же говорил, бригада в начале, пиздец. Димон! Их еще и трое. Это жесть, пацаны. Ну, это... Не, ну это круто. Это базар. Классика просто. Это классика. Еще и сюжет есть. Вы представляете масштаб? Да, и художественный подход есть. Вообще, в принципе, все было. Ну да, если вот некоторые кадры здесь были бы сняты в более хорошем качестве, то очень бы круто смотрелось. Следующий это видос нашего братишки из Питера, Игорёхи Родина. И, до того, как он стал пузатым уродом и сходил в армию, он очень стильно и мощно прыгал паркурчик. Мы с ним сдружились в Питере, короче, и я решил смонтажить и отснять ему видосик. Смотрим. На ресэмплы. На ресэмплы и на один из самых стильных, на мой взгляд, видосов, короче, 2015 года. Поехали. Прям, транс. Ну вот это жестко вообще. Перед у него такая, блядь, прикольная вообще. Вообще, очень крутая. Игорь, ты тогда сделал винт, повтори. Хотите, я пузо покажу? Вот здесь я паузу нажму. Это вообще самый любимый мой кадр. Когда смотрел его, пересматривал несколько раз. Я просто раньше не видел из ролла вот этот винт. Выход. Выход, да, из ролла. Мне это так нравилось. Я тоже ни разу его не видел до него. Музыка такая, плакать хочется. Мы как будто, знаете, поминальное видео смотрим. Мемуары, сорян. Вот это. Стиль. Вот это самый мощный кадр. Вот, да. Сейчас будет тоже. Хоп. Ой, там был стик. Пьяный Игорь делает передок. Уставший Игорь делает передок.
Довольный Игорь делает передом. Ой, Игорёха, Игорёха. Так как сегодня были старенькие опять видосики, мы решили хоть что-нибудь новое посмотреть уже за два выпуска. И так как у братишек с PKFF TV вышла компиляция Like a Boss Parkour Freerun Instagram Wines 2019 номер 1, мы посмотрим ее. Серьезно звучит. Нам никто ничего другого не предложил. Сразу. Оу. Бля, пиздец. Я хуя с этих америкосов. Я помню те времена, когда единственный, по-моему, кто через тачку делал. Крикет. Это крикет в Рашке через Жигуль. Да, да. На нем еще матик лежал сверху на капоте. По-моему, Бейли Пейн был. Да, да. А есть видос, где его Ламборджини сбивает. Да, 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 да. И он то в двух укрутит, так и это вообще. Приземляется и стоит нормально. Полный, я офигею. Во. Вот запка опять. Хуяк. Спокойно. Ну, это тот жесткий мужик, который с вылетом конкретно. Очень странно. Вот прям видно, какая странная это. Так как он? Плоскость, короче, кручения. Так его же назад же повело. Ну. Он же стоял, шатался и в последний момент решил прыгнуть. Вот это, конечно... Томат, конечно, самый, наверное, ёбнутый в 2019 году стал самый ёбнутый трейсер, блядь. Я хуй знаю. Он не так убиваемый. Жестко прокачался. По сравнению с предыдущим. А вот это монтаж... Это если присмотреться, то видно. Ну и сам автор это объяснил. Ну да, там маски, все видно. Но это очень качественно и красиво сделано. Даже по цветкору все пизда. Да. Вот это, короче, дичь. Это, короче, не паркур, но вот. 4. Но я так тоже не сделал. Жесткая херня. Вот это, кстати, вообще тоже жестко. Старенко вообще выход со своими читами дикими. Прописанными. Ну, понятно. Чё тут? Ну это опять не паркур. Два в задку, да? Два в задку, да. Вот это... Вот когда-то это было за гранью возможного. Это было только в игре Prince of Persia. Да. А сейчас до чего достиг прогресс, блин? В мире паркура, ну. Да. Это делают по-настоящему. И на высоких, вообще. Местах еще. О, да, вот этот кадр. Да. Это томат? Да. Nate Weston. Один из самых сильных трейсеров, по моему мнению. Да. И не только по моему. Техничных, стильных. Это я не понимаю, что тут делает этот видос. Ну, наверное, потому что сайт. Ну, компиляция всего, видимо, там, типа. Что? Вот это жестко, блядь. Это. Вот это я видел, это дичь. Вова Франц, топ. А, нахуй. Это ж Вова Франц. Да, 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 Вова Франц. Блядь. Ну, чтобы именно так заходить. Ну вот это топ Акура просто вообще. Да. Мне кажется, за 2019 год никто круче не сделал Акурасу. Да. Джой вообще. Чистенько просто. Зазаромба. Блин, и двуха просто. Не знаю, правильно ли я говорю. Зазаромба? Зазаромба или что ли там? Заруба ебать. Это я помню, если вы смотрели, короче, Руфкульт Азия, то вы знаете, чем... аукнулся для сторора вот этот именно видос в Инстаграме, когда чуваков искала местная, там, нахуй, самая мощная полиция, просто из-за того, что в Корее этот видос разлетелся за сутки до, по-моему, 5 или 6 миллионов просмотров за сутки. После этого им пришлось блэкаут уйти и во всех соцсетях вообще ничего не постить. Это очень мощно. Ребята, мы посмотрели видосы на сегодняшний день, думаем, этого хватит. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчик не забывайте. Ну, до новых встреч! Пишите, пожалуйста, в комментариях, что посмотреть. Потому что сами мы можем много всякого говна насмотреться, но не факт, что вам это понравится. Так что если тебе зашел формат, прямиком в комменты. Все, всем пока.